Необычную свадьбу празднуют в пригороде древнего тайского города Аютхая. Женят двоих тайских буйволов, однако с соблюдением всех человеческих традиций. Жених по имени Аи Чайен прописан в главном городском хозяйстве по разведению буйволов. Он, можно сказать, чистокровный образец в самом рассвете сил. Имеет классическое телосложение и рога в 3 метра длиной. Невесту зовут Тхонг Квао, она из местных, и у нее уже есть 2 детей. Для сонной тайской деревушки эта свадьба – настоящее событие. На церемонию собрались сотни человек, среди которых городские чиновники, политики и лидеры общин. Они – жених и невеста, оба настоящие тайские буйволы, а Аи Чайену 21 год. Это выращенный по всем правилам чистокровный тайский буйвол, и его семя по-прежнему очень сильное. Так что нам нужны наследники. У невесты, как и полагается, есть и приданное – орехи катеху, листья бетеля и бананы, а также золотые и серебряные цепи. Если мы не поддержим эту традицию, то тайских буйволов в Таиланде не станет. Кроме того, сегодня у нас особый день – преддверие Дня Святого Валентина, так что мы попали в точку. На продолжение рода племенных тайских буйволов этим молодоженам дали 3 месяца.